Всем привет! Сегодня расскажу, что делать, когда очень хочется кабачков, но они еще не созрели. Но очень хочется. Идем охотиться за деликатесом. Лезем в дебри. Так, тут у нас растет настурция. Она у меня дружит с кабачками, да. У кабачков есть цветы, которые вполне можно кушать. Они делятся на мужские и женские. Мужские не образуют завязи, и плодов они все равно не дадут. Чего добру пропадать зазря, мы их можем приготовить. Сейчас научу, как отличать мужское от женского. Вот смотрите, вот это мужской цветок. У него идет бутон, который сразу переходит в ножку. А вот рядом женский цветок. Он еще цветет, но уже образовалась завязь. Это сорт кругленького кабачка, похоже на арбузик. А у цукини они уже такие длинненькие. Сразу их тоже хорошо заметно. Поэтому мы берем мужской цветочек, срываем и в корзинку. Вот какой у нас красивый урожай. Ну и все, идем готовить.